придется драть. Извини, у меня дела. Как там нога твоей мамы? Привет. На помощь! Он гонится за мной! Секач его сейчас затопчет! Хвала кузне, ты тут проходила. Не выходи, пока тут опасно. Меня уговаривать не надо. Машина меня видит. Thank you.
Сашка. Ну, как всегда. Держись! Сейчас займусь ими! Гони их на растяжки! Падай, падай! Ты появилась. Растяжки полезные штуки. Но ты машины не угнаться. Подойди. Да я тебя благодарю. Привет, рыжая! Вижу, ты умелая охотница. Ты убила всех этих мусорников быстрее, чем авангард одного сикача. Тут были солдаты авангарда? Да, проходили. Завалили того сикача и ушли на юг. Но потом приперлись мусорники за добычей на мертвечинку. На юг тоже за сикачами? Наверное. Они заполонили всю долину. Авангард, похоже, решил их всех перебить. Ясно. Погоди-ка, рыжая. Если собираешься идти за преграду, тебе пригодится нитимёт. Не простой нитимёт. Изделие мастера. Забирай, дарю. Прочный, сделан на совесть. Ага. Работал над ним с тех пор, как ушел из скрежета. Тут проще работается. И меньше проблем. Скажем так. В скрежете горы были проблемы? Кое-кто подкинул. Не понимаю. Есть там одно пузо с глазами. Ульвунд. Считает себя старейшиной скрежета горы. Полгорода уже так и считает. Когда у меня была лавка там, он все поглядывал на мои товары. Требовал себе скидку для Ульвунда. Я отказал. Ему не понравилось. Не могу это доказать. Но этот бурдюк поджег мою мастерскую. И я решил податься подальше от этой мерзы. Управляющий подъемником рассказал, что сикачи появились вчера. Ты о них что-то знаешь? О, как там Карн? Когда-то мы с ним в какие только неприятности не влипали. Вот однажды шли мы... Так что про сикачей? Ну... Карн правду сказал, раньше этих гадов тут не бывало. Повезло мне, что ты и те ребята из авангарда успели спасти мою задницу. Мне пора идти. Спасибо за нитимёт. Пока ты убиваешь сикачей, я отправлюсь в охотничьи угодья. Там испытания с нитимётом проходят. Заглядывай, попробуешь свои силы. Возможно. После того, как все улажу. Значит, Арент ушел на юг. Попробую найти его след через визор. Следы. Возможно, Эрен с авангардом. Да! Сикачи, ты повсюду.
Похоже, кто-то попал в переделку. Еще один! Вот! Вот для чего я был рожден! Никаких отчетов! Никаких скучных дневных тяжел! Только бой! Только бой! Элой? Эрент! Не вставай! Я разберусь! Качей на спинах емкости с кислотой. Если попасть кислотными стрелами, они рванут. Но я себя и показал, как обычно. Ты сделал самое сложное, а я разобралась с остатками. Очень больно. Это кому нужны ребра? Порядок, порядок. Слушай, ты в преграду приехала не для того, чтобы смотреть, как я ребра ломаю. Рассказывай. Я хочу отправиться с посольством. Попасть на запад. Эрент, тот мой бой у шпиля. Наш бой. Не покончил с угрозой. Враг еще жив. И нужно завершить начатое. Правда? Это же здорово. В смысле, не то, что враг еще жив. Нет, это не здорово. Но ведь нас ждут новые испытания. Твое копье, мой молот, как старые добрые. Эрент, у меня нет времени. А тебе нужно вылечиться. Да, пара дней или меньше. Вообще-то... Даже если бы ты был здоров, я бы не стала. Я должна сделать это сама. Одна? Ну, ясно. Эрант! Не хочу прерывать ухаживание, но я тут вообще-то ранен. Ну, притуши огнежар, иду я! Новости лучше нет. Слушай, я пойду в свет пустоши, подлатаюсь. Чтобы отправиться с посольством, тебе будет нужен жрец солнца, Вуадис Усердный. Да, мы знакомы. Я очищу долину от секачей и отправлю Вуадиса к свету пустоши. Увидимся там. Умеешь ты прощаться с друзьями.
Что-что? Ничего, иди. Тебе послышалось. О чем ты говоришь? Эй, да забудь, ладно? Ничего. Я тебя обидела? Ну ладно. После той битвы у шпиля ты просто сбежала. Даже руку не пожала на прощание. Я и все другие сражались за тебя, кровь проливали, а ты просто исчезла. Кто так вообще делает? Эрент, когда я вот так ухожу, для этого есть причины. И важные. Спасибо, что сказала. Послушай меня. Жизнь на Земле под угрозой, и бороться с ней мне. В каком смысле? В самом прямом. Все живые существа умрут, если я не... починю один механизм, построенный предтечами. И времени очень мало. Что ж, причина, правда, важная. А, я болван. Эрент! Твою кузню! Видимо, мне пора. Может, вас проводить до света пустоши? Нет, нет, тебя же ждут дела в другом месте. Справимся без тебя. Тебе придется разобраться самой. Мы тебя только за... Как понадобится, возьму из хранилища. Каменоломный тур, если не говорим. Бей, кислорда, слишком! Готов.
ним меньше. Машин нет. Страница, подойди сюда. Поговорим. Не знаю, что ты тут забыла, Нора, но пришла ты вовремя. Мы пытались сдержать их и дождаться авангарда, но один сикач напал на нас. А дальше начал с собой на полную катушку. У вас все живы? Мы потеряли людей. Но если бы не ты, потеряли бы каменоломню. Теперь все спокойно. Когда возобновится работа, спокойно тут не будет. Но сигналы из скрежета горы все нет и нет. Мы устали ждать. Без сигнала нельзя работать? Да мы с ребятами простые работяги. Раз Ульвун запрещает нам и молотом не взмахнуть. Если будем работать без разрешения, он нас выгонит. А мои парни и так настрадались. У Ульвунда столько власти? У него есть средства и достаточно связей, чтобы всех нас притушить. Считай, сикачи не главная наша проблема. Что вы с командой тут делаете? Разрабатываем жилу Ульвунда. Добываем камень для света пустоши. Но остановка работы и сикачи нам помешали. Никогда не видела этих клятых тварей в преграде. Откуда они вообще сюда приперлись? Не знаю. Но я разберусь. Берегите себя. Я пойду. Спасибо тебе за то, что нам осталось кого беречь. Кажется, я разобралась с большинством сикачей. Долина снова безопасна. Надо бы порадовать Владиса. И может, посольство наконец начнется.
Добро пожаловать. Пора отправить Владиса в свет пустоши. Ну, как здоровье? Хочу еще кружку. Путь к свету пустоши свободен. Двигай. Ты не Рент из авангарда. Я пойду лишь тогда, когда капитан скажет... Я разобралась со всеми сикачами. И ты пойдешь. Приказ капитана. Они в порядке? Живы, но не здоровы. И ждут твоего появления. Я не собираюсь никуда выдвигаться, пока не прозвучит сигнал. Если там опасно для них, то опасно и для меня. Ладно. Будет тебе сигнал свыше, а потом я вернусь. Ты слышишь? Мы остаемся. Распакуй багаж! Нет, я вернусь мигом. Не устраивайся тут. Как будто тут можно устроиться. Петра сказала, что тут распоряжается Ульмунд. Надо поговорить с ним по поводу сигнала.